Дебрюни один на один выход и обматка, и нет, пенальти! Нет! Офигеть! Так это у меня ж вчера в туре так было с кем-то. Охрененно. Сбили просто. У меня так Сити, чувак, было то же самое. Ухожу, вратарь сбивает, и даже нарушение туда, и не попал. Да, боже, что за отсход? У нас квадраты. А квадраты синие, кстати. Не лагает, кстати, вообще. Да? Нормально. У меня, кстати, лагает что-то. Ну ладно. Ну давай, наказывай. И... Солнце. Как же везет сейчас? Жесть. Биби Кашу? Это битва анимешников проекта. Да. Как сказал Сентиментус, стишишка позорит анимешников. Три полторахи, главное взять. О, Луис Альберто играет, прикольненько. Ракицкий. CMF. Ну, значит тоже не все в порядке с кандами у... Либо красный. Да, Радоналдс. Уже отскакивает, отскакивает Ливер. Ливерная колбаса. Да. Ракицкий за Россию просто несется. За Зенитушку. Не, российский. Ракицкий, кстати, там Зенит выпустил его, короче, ролик, где он там... Два матча против Фенербахче, у него там реально хорошие отборы и типа, ну, у него вообще ноль ошибок там. И точность пасов там процентов 75, при том, что все почти в... Дань удар и такая закидушечка от Ракицкого. Знаменитые диагонали Ракицкого. Угу. Не, он, кстати, реально, конечно, в пасы он играет очень круто. Рабьё, да и Кейн Де Брюйн, Рэмси, надо решать удар, и гол! Ну уже, ну наконец-то, хотя бы 11, без столько моментов. С третьей попытки у Маслори получилось. Ну, казалось бы, уже за Де Брюйн надо бить, но тут анимешник очень грамотно выждал такую паузу знаменитого актера и выложил Рэмси, и вот там тут идеальный подщечечку, и так мяу! Пощечина. Щечку. Вчера, кстати, прикольно в вашем матче был пенальти, назначенный на второй минуте встречи с пианистом. Такой прикольный пенальти. Который уверенно вратарь реализовал. Да, но это издевательство над вратарем и над соперником, конечно же. За такое, как говорится, бьют вильники. Ну, так как пианист, он человек, так сказать... Очень интеллигентный, добрый. Очень добрый, поэтому, так сказать, спустим на тормозах всю эту движуху. О, это Назар. Азарчик, да. Я думаю, что вам нужно брать Азаров всю семью. Брать. Как вы считаете? Так, Азар, Азар, конечно. Удар, и добивание сейчас будет, удар. О, хороший подход. Кулибали. Кулибали засевел. Не, там этот более черныш такой был. Так, Лукас Моурочка, Ракицкий, левая, и под левую, кстати, подправлял, но я думаю, что он все равно пас давал бы, все равно, блин, как лагает. Ой, хороший замах, Кен Дебрюйн, может мотать удар, и зачем бил-то отсюда? Ну и вновь момент жесткий, оп, нет, нарушение, надо давать Радоналдс, и не попал! А чипиком дадут тут бы, надо бы, чипиком. Чипик бы был или не было бы? Ну, хороший матч пока что демонстрирует Арсенал. У Ливерпуля пока только один момент. А вы сейчас момент не видели, да? Так, скат. Джури. Рамзи. Кейн Де Брюйне. Пас на Радоналдса. Навес и такой микрозакидушечка. Лукас Моура хорошо тут обрабатывает. Ракицкий. Забегание Лукаса Моура. Не, ну хотя, в принципе, у Ливерпуля был один момент. Так, скидка, удар, гол! Вилечка. Вилли забивает. Вы сейчас не видели, да, момент, когда там Радоналдс с метра не забил? Как говорится, не забиваешь ты, забивай тебе. К сожалению или к счастью. Там, короче, была перепасовка.
Радонос с метра не попал, там надо было чипиком бить. Так, Рэмзи удар, ай, зачем опять в одно касание? Что-то нервничает у нас Арсенал. Нужно очки, так сказать. Ну, его незнакомец, так сказать, специально вывел. Да, из себя. Ракицкий. Лукас Моура. Альберто. Морено. Так, и очень опасный пас такой, который не контрящийся, но все-таки Касильяс выдрючил свою команду. Пока жестко. У Ливерпуля был, по сути, один момент, и он реализовал вторым. Арсенал забил гол и имел моментов 5, конечно, пока полное преимущество Арсенала, но в счете 1-1. Вилья. Ну, Вилья красная, скорее всего. Радонос бежит. Разворотик. Получается развернуться неплохо. И хороший пас, удар гола. Российский. Дебрюжно. Это такой был выдореченный скат. Все как мы любим. Ждем ответную дрочь. Да? Гросицкий там. Дальний удар. Ай-яй-яй. Сейчас мог Костя Гросицкий забить прикольный гол. Ну, кстати, мне кажется, надо было дальше бежать. Ну ладно. Ну пока 2-1. Но тут в этом матче ничего не ясно. И тут надо забивать мячей 5, чтобы выиграть. Так как, ну, соперник в любом случае камбэкнуть может спокойно. Радонов спас на РМС. Видит он Дебрюжна. Хороший пас. И Дебрюжный. Вновь хороший пас. Ой, развернул двоих. Скат. Гросицкий удар левый. Коряка гол. Ну это такие не берутся, как говорится. Вынос. Чисто три на скатах. Думбия не может. Вся она наработка, так сказать. Думбия не может, Радонос поможет, как говорится. Ля Казеты отдыхают. Азар хочет выдрочить, Азар крутится, вертится. Но сейчас главное, если Арсенал хочет как-то тут претендовать на очки, то нужно, конечно, сейчас не пропускать. И лучше еще забивать. Ну а Ливерпулю ждать своего хоста и там разрывать, конечно же. Бике, я уверен, что не останет это все, так сказать. Хотелось бы, если честно, победа Арсенала, так как... Чтобы была ворвался... прям жесткая, да, такая интрига? Угу. Прям нереальная интрига. О, Кен Де Брюйн отнимает мяч. Чтобы на чемпионство мяч, опять тут... команд претендовал. А? Чтобы на чемпионство 5 команд претендовал. Ну да, кстати, в этом сезоне в АПЛ, конечно, полная жара. Даже не 5, а 6, чувак. Еще Сити подтягивается. Там у Сити 3 победы подряд, поэтому там тоже есть момент. О, Азар. Ну, мне кажется, это вызов в никуда. Радонос. Радонос, неплохо. Проходит он, зачем? А чё ж пас-то не отдать? Ох, сейчас мог быть 4-1 в раздевалочку, но нет, BBK еще в игре, как говорится. Back to business. Пойду Назар, играем 10-ю добавленную минуту. Кстати, я какой-то матч транслировал, там где-то реально чувак минут 20-30 было добавлено. То есть реально там 5 атак туда-сюда были. О, тут уже не дали, ну ладно. Ну что ж, интересный матч такой. Как говорится, неважно, что тут у нас. Идет трансляция. Хотя за 3 дня 15 трансляций сделал, я считаю, что это выгодно. Ну да, пока по моментам у Арсенала чуть все-таки получше, но посмотрим, как будет второй тайм развиваться. ББК обиделся на дрочь, походу. Ну, это как из разряда, знаешь, как Дрозд говорит, ну, сейчас будем в красивую игру играть, и в итоге, ну, сами знаете, что делать. Кнопочку одну такую нажимаю, приятную. Сейчас я кое-что сделаю, приятное тоже. Сейчас,
Рэмзи несется просто. Его сейчас ломают, потому что травма цен. Он разворачивается. Рэмзи. Пас на Белерина. Белерин. Рэмзи. Аарон Рэмзи. Убирает всех. Удар. Убивается. Команда Морено. Луис Альберто. Ярослав Ракицкий переместился на позицию правого вингера. Готов убивать СР2. Альберто. Рыжий своей башкой разносит всех. Эден Азар. Пас на Ракицкого. Офсайд. Берется пауза, привет мистеру Коту. Налду. Рабио. Нагатома. Калджурия. Да, там, кстати, Ракицкий на вингере, если что, играет. А, ну, значит, все плохо, да, такой бики? Ну, видишь, у двоих, вот бывают такие моменты, когда у двоих конды не заходят, потому что, видишь, стерлинг... Ну, вообще-то, если у одного не заходит, то у второго 100% все красные. Ну, такое бывает, да. Ну, когда... так один человек, говорю. Как тогда с BBKM, кстати. Mm-hmm. Ну, пока что, что тут у нас, возня, да? Никаких моментов не было пока что. Не-а. Ну, успокоился. Рэмси только дрочил там, да. Естественно, такой... Боюсь, может он пропустить, конечно, так сказать, проверочный. Рэмси, опасно. Ну, слушай, если честно, то пока мне больше все-таки Арсенал нравится в атаках, как-то поинтереснее. Да, ну, удар неплохой у Рэмси. Так, Эктор. Альберто. Не будет биться, конечно. Он даже не бьет, ну что. Да, Мура, и тут пас. Ракицкий под левую, скат Альберто. Перекладка, удар, гол. Ну тут грамотно. Ну это гроссмейстер. Ну это, как говорится, высушил. Ракицкий, пас. Перекладочку, ой, блин, я так... Хороший гол. Да, да. Ну, мне, я уверен, что он перекладку не специально делал, кстати. Ну и вот, у нас ждет просто нереальная жара. Арсенал пока ведет, но тут дело пахнет жареным, если честно. Так, Гроссицкий двоих обмотал. Третьего не смог, и контратака может пустить. Лукас Мурочка, малышка, сейчас будет пасовать. Лукас Мура хочет делать дела. Кстати, ты заметил, что Бибикей все-таки тот, кто играет на таймах у Сопа микроавтобусом, а потом идет в атаку. У него ЛММФы были, типа, ну, полузащитники, а сейчас, типа, НАПУ уже. Прикольненько. Да, то есть вот настолько он... приверженец, так сказать, тактик, каких-то интересных таких схем. Дебрёйне. Кевин может разгоняться. Кевин может лево бить. Кевин продрочил, надо забивать удар. Гол! Скорость у Дебрёйне, конечно. Ну да, когда он красный. Ну рвёт, кстати. Как будто скорости по 90, мне кажется. Ой, тут рефлек. Ошибка. Носатого прошили. Лысого вообще-то. Да, носатого. Лысая башка, да, и не пирожка, как говорится. Ну что, пока 2-4, и тут просто все равно бомба жестко. Лукас Мура. И скатик. Ну тут никого нету. Как-то у Арсенала сегодня попрофессиональнее скаты все-таки. Находят своего адресата почти всегда. Более надроченные. Ну да, так скажем. Ну, гол Альберта, конечно же, хорош. У Де Брюйне чисто канда зарешала красная. Альберто. Ждет он. Вот они, знаменитые вот эти пасики на забегание туда в штрафную и удар в одно касание. Но тут хорошо защитники сыграли. Все-таки по защите у Арсенала явное преимущество. Да и в атаке, на самом деле, как-то поинтереснее. Будет Де Брюйне с такими дрочерами, нежели Ракицкий с Вильей. Да. Вилья. Может дальним пробить? Нет, не хочет. Дает пас на Ракицкого. Ну, тут не будет никакого удара. Явно он под левую. Скатывает Альберто. Надо бить удар. И в руки Касилеса. Ну, конечно же, тут в этом эпизоде сыграло мастерство Касилеса. Главное, как он встал и куда он встал. Питер всегда первый, как Игорь Касилес. Да. Всеми стараями эту встречу, очень динамичный, приятный такой футбол.
Еще говорят, сегодня будет Ливерпуль Ман-Сити матч. О, это интересно. Да, это, так скажем, если Сити выигрывает Ливерпуль, тогда у нас просто вообще нереально будет заруба. 6 клубов или даже, может, 7 будут претендовать на чемпионство. Так называемый шампиньон. Старокидский и подкат Бельерина. Там играет один Эктор, так сказать, немецкий, а есть один Эктор, ну, испанский. Ну, вот испанский он какой-то модный, реально, очень модный. Чем-то, кстати, мне напоминает Венгера. Скат удар, гоп, чик-шо там. Ай-я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 й. Как же сейчас Бибикей облажался, ребята. Перенер... Ну, тут даже если Бибикей нервничает, то, конечно, без шансов, как говорится. Чит-шотом забил. Партизану привет, так сказать. А? Партизану привет. Ну. Он дает шанс иногда. Ну да, кстати, нормально. Но чаще не дает, чем дает. Вы смотрели матч? Его просят дать, но он не дает. А его... Вы смотрели матч? Удинеза против Фиорентины. Не смотрели? Ну идите ты на жопу. Так, скат, Эдиназар хочет атаковать. Эдиназар, акитский удар, ай, испугался подката. Ну да. Зрители спрашивают, вы смотрели матч Фиорентины с Удинезой, там, где Виктор Шанцев играл? Нет. Зря там Шанцев выиграл 3-0, а потом, к сожалению, ему не дали шанса, и он проиграл. Жаль. Ну, привет, все равно. Да, Виктор Шансов очень добрый, прикольный такой человек. Мужчина, у которого есть ребенок, он не собирается вот этим всем оправдываться. Там вот этим всем жужем вот этим всем. Правильно? Правильно. Оля, поздравляем тебя с днем рождения. Вот Оля и Алены. Оля и Алена тебя поздравляют с днем рождения. Желает блага, здраво, радости, удачи, благополучия, счастья тебе, Оленька, за тебя, за твой праздник. Оленьку поздравляем. Елиазар. Елиар, Абье. Адонус. Ой, там кто-то в атаку вышел, да, у Арсенала. Шишел-мышел там, мне кажется, даже. Ну, шишел-мышел, это мы с Димасом гораем, как говорится. Профессионально. Это профессионально. Хороший пас, Рабьё, Кин де Брюйне. И там был один на один же, ну, выходил. Да, 21-й, да, там кто-то был в атаке. Это кто вообще? Не знаю. Кто там 21-й? Я не в курсе. Лаланочка бежит. Лалана, очень хороший сейчас скатик может быть и... Ну нет, тут хотел зайти он в ворота, не знаю, что... А, Кальжури у нас с ЦФом играет. А, блин. Я думал, сейчас уже Калигьюри пойдет. Ва-банк. Гросицкий. Ну, в принципе, Де Брюйне просто... О-о-о. Или спит поляк. Тут Эктор один разозлился. Ну, как говорит Димас в таком случае... Да я просто думал, что он с другой стороны развернется, я неумышленно делал этот подкат. Добрый матч превратил в злой. Так, ну тут тоже какой-то херней занимается Арсенал. Ну, в принципе, в любом случае время на него идет, поэтому вообще пофиг. Он может кайфовать, надо чуть-чуть продержаться. Чтоб камбэк-система у Ливерпуля сейчас громадная вообще. Могут такие... Ой, два человека в атаке, ну, конечно... Сложно будет. Это Назар. Может, сам у Арсенала синий индикатор, кстати. Угу. Лалана, позор. Надо продрачивать, но тут нет. Защита... Это позор. Не, защита, конечно, сегодня Арсенала хорошо играет, но, откровенно говоря, по ходу Бибики вообще конды не зашли и полная помоя. Ну, кроме Моуры, по сути, и Азара там вообще. Говнище одно. Адонос. И можно скатывать и наказывать уже, но не... Ух. Вот, боже, это знаменитый глюк. Да, это знаменитый глюк, когда у тебя никто не хочет подходить к мячу. Де Брюйн удар и Руфье тащит. И все. Вот так вот у нас, ребятки, ВПЛ продолжается борьба. Уже 5 клубов имеют шанс
Виктор шанс, дает шанс. Ну, голы такие, конечно, дрочерские, скатные, поэтому, ну, как говорится, херня. Де Брюйне, по-моему, хитрик. Или нет. Ну, вот это, конечно, удар просто, блин, я не знаю. Ну, это, наверное, от техники зависит. Вот это красивый гол такой. Чуть на перекладке. Чип-шот обидный. Да. Ну все, так, как говорится, до свидули.